И здравствуйте, дорогие друзья! Вы смотрите видеообзор чемпионата города Хмельницкого с футбола в первой лиге. Это третий тур между командами Родовые Поместья и ДЮСШ номер один. Перед матчем вы видите, что у Родовых Поместья 6 очков и у ДЮСШ 3 очка. Матч проходил 6 мая на стадионе Локомотив. Погода была замечательная, прохладненькая перед ночью. Ну, в общем, вы видите, что первые атаки были у Родовых Поместья такие неплохие. Ну, скажу, что начало матча было достаточно вялым и спокойным. Так сказать, команды присматривались друг к другу. Были какие-то, видимо, опасения у Родовых Поместья, что преподнесут сюрприз ДЮСШ. Ну, где-то минут 20, в принципе, было анти-такой футбол на стадионе Локомотив. Множество было всяких офсайдов. Вот, нелепых передач, которые ничем, в общем-то, и не заканчивались. Но все же, вот мы видим эпизод на 18-й минуте. Токаренко достается по ноге шипами. И вот он покидает временно, конечно, покидает поле, потом возвращается. И вот мы смотрим атаку, которая заканчивается, собственно, последним касанием этого же Токаренко, где он наносит удар и забивает первый гол в этом матче. 1-0, и Родовые Поместья таким образом вышли вперед на 21-й минуте. Поздравляют его одноклубники. Ну, в общем-то, после этого гола, собственно, и матч начал развиваться уже в другом русле. После первого гола Родовые Поместья не остановились, продолжали свои наращивать атаки, причем с разных флангов. Одна из них вот могла закончиться забитым голом, но пасечнику не получилось перевести мяч в створ ворот. Вот, но все-таки на 41-й минуте вышла вот такая атака у РП, и пасечник отдал голевой пас, и Савицкий расстрелял просто ворота с 11-метровой где-то приблизительно отметки. Забил второй мяч. 2-0. Ну и вот после этого эпизода, в принципе, игра уже успокоилась. РП немножечко отошли в оборону. Им уже незачем было форсировать события на поле. Вот мы уже видим, как начался второй тайм. Что интересного было во втором тайме? Начало знаменовалось тем, что были такой ряд офсайдов, таких достаточно спорных, хотя, возможно, даже и оправданных. Сейчас мы увидим еще один офсайд. Вот на этот, если посмотреть с этого ракурса, в принципе, и нету этого офсайда-то. Но в суде, может, возможно, и виднее. Оставим это на совесть судьи. В одном из эпизодов был даже забит мяч. Вот, как видим, замечательно залетел мяч в девятку. Но лайнсмен показал, флажок вверх поднял, и, собственно, гол отменили. На разных стадионах выбивают собаки, еще разные животные, и голые люди иногда выбивают, не голые. А на нашем стадионе у гречанах вот выбежала девочка с колясочкой, которую так по-братски вынес с поля вратарь команды ДЮСШ. Вот, и мы видим один из редчайших эпизодов в этом матче. ДЮСШ атакует, имеет неплохое момент, вот, но атака заканчивается, в принципе, не сильным ударом. А в этом эпизоде можно было, в принципе, и забить, но сам, наверное, в шоке от такой возможности игрок РП, он ее не реализовал, пробил, в принципе, сильно, но мимо. А в этом эпизоде мы смотрим, какие замечательные действия пасечника, который приводит к третьему мячу. Этот мяч забивает Крючкивский.
индивидуальные действия Алексея Пасечника привели к тому, что он просто зашел в штрафную и дал пас на Кличкиевского, который никто не помешал. Там пытался игрок стелиться в подкате, но чуть сам себе же травму не нанес. Ну, РП уже понеслись вперед. 3-0 счет им позволял не сидеть в обороне, а идти вперед. И вот мы смотрим опять замечательные действия индивидуальные у пасечника Алексея, которые приводят к четвертому забитому мячу. Он прошелся, промчался, можно так сказать, оторвавшись от защитника. И даже не пробил, а закатил мяч в ворота. 4-0. Поздравляют его одноклубники. Так потихонечку матч подходил к концу. Но мы видим еще одна неплохая атака у родовых поместь. Пробивал игрок РП головой, но там заметил судья офсайд. А вот это родовые поместья продолжали атаки. И вот еще одна атака. Мы смотрим, как, в принципе, неплохой эпизод для того, чтобы забить. Но не смогли забить пятый именно в этом эпизоде. А вот мы смотрим продолжение. Буквально это 86-я минута. Вот таким образом был забит пятый гол. Поборолся Белецкий Сергей, выбрал мяч, пробил в угол ворот низом и, собственно, забил пятый мяч. Вот. Повторил счет с песни «Аргентина-Ямайка» 5-0. Поздравляем его с дебютным голом в составе родовых поместий. И таким образом вот матч подошел к концу, на этом и был закончен. 5-0, поздравляем родовые поместья, они набирают 9 очков, 3 очка остаются для США, родовые поместья на первом месте. Все, до свидания, с вами был Владимир Быстрых, до новых встреч.